Что такое квантовые технологии и как они работают? Для старших классов первой гимназии провели урок цифры. На этот раз школьники встретились по видеосвязи с кандидатом физико-математических наук и научным сотрудником технологического университета. Учеников познакомили не только с теорией. Полученные знания проверили сразу на специальных тренажерах. Темы на уроках цифры всегда разные. Такие встречи проводят для школьников ежемесячно по всей России. Занятия направлены на помощь будущим студентам в выборе профессии из мира технологий и программирования. Возможность воспитать цифровые компетенции наши российские, заинтересовать ребят, чтобы ребята в дальнейшем развивали тот самый цифровой суверенитет, который на текущий момент является одним из стратегических направлений по цифровизации России в целом.